этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Владельцы этого имени готовы прийти на помощь другим людям. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Однако уступчивый зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Звук «У» дает человеку активное воображение. Из этих людей получаются хорошие инженеры и строители. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Они всегда стремятся действовать, активизируют воображение. Само имя несет энергию баланса. Если владелец этого имени попросит о чем-то высшей силы, то им начинает встречаться комбинации двоек. Это значит, что их молитвы услышаны, и они получат поддержку, и не стоит им опускать руки. Надо сохранять терпение и быть уверенным, что задуманное непременно сбудется, потому что на помощь приходит Вселенная. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.